первую очередь хотел бы обсудить вопрос с тем террористическим актом тех людей, которые решили навредить республике, людям. Сегодня я считаю, что Федеральная служба безопасности сработала достаточно в полной мере и нейтрализовала. Было решение, чтобы вывести всех жителей из этого дома, что и радостно, что у нас нет никого пострадавшего из жителей. Да? Я не понимаю, люди, которые на эту дорогу становятся, удивительно, о чем они думают? О матери, об отце, о соседи, о детях, о своей целом республике. Что они думают? Я всегда говорил, не помогайте, хоть не вредите. Вот у них единственная цель – навредить. Вот на сегодняшний день, вы знаете, вот я уже говорил, дороги, объекты, социальные объекты, школы, детские сады, такие объекты, как вот IT-академия и другие. Сегодня делаем площадь, ну много чего делаем. Как можно в наше время, значит, Бусул Сагмавиис, у нас, я говорю, столько мечетей. Никто тебе не запрещает. Сегодня отправлять свои религиозные, любые, да, пожалуйста, никто ничего не говорит. Только уживайся в социуме. Значит, у нас комиссия создана. Это беда всей республики. И я хочу сказать, что этот дом будет абсолютно восстановлен, не только, там будет полностью заменено все, что там нужно, и приведен в порядок. Он будет у нас показательным домом.